2019, обновлено, 29 июня 2018 года 4750 Москва, 29 июнь, РИА Новости. Все больше стран мира разделяет мнение, что будущее Сирии может решить только сирийский народ, выработав новую конституцию и проведя открытые и справедливые выборы, заявил в интервью британскому телеканалу Channel 4 глава МИД РФ Сергей Лавров. Да, это будущее Сирии, решать им, сирийцам. И я считаю, что это мнение, которое отвергалось долгое время после того, как сирийский кризис начался, разделяют все больше и больше стран, заявил Лавров. Он отметил, что эта позиция не является российской, а сформулирована Советом Безопасности и поддержана остальным миром. Будущее Сирии должно определяться самим сирийским народом. Должна быть новая конституция, на основе новой конституции должны быть проведены новые выборы. Выборы должны быть свободны и справедливы, обеспечиваться наблюдением со стороны ООН, и все сирийцы, где бы они ни находились, должны иметь право проголосовать, подчеркнул министр. Отвечая на вопрос, что России нравится в президенте Сарбашаре Асаде, Лавров заявил, что РФ никто не нравится. Дипломатия и политика не строятся на симпатии или антипатии, люди как личности должны использовать такие термины. Президент Асад защищает суверенитет его страны, он защищает свою страну и в более широком смысле регион от терроризма, который действительно был в двух неделях от того, чтобы взять Дамаск в сентябре 2015 года, и мы не хотели повторения трагедий, которые происходили в последние два десятилетия, пояснил министр. Он напомнил про поддержку со стороны США маджахедов в борьбе против СССР в Афганистане, которое привело к появлению террористической группировки Аль-Каида, вторжение в Ирак, которое позволило другим террористическим организациям, как ИГИЛ и Джабхат ан-Нусра, установить контроль над рядом районов страны и соседней Сирии. Что бы ни пытался цивилизованный Запад привнести на Ближний Восток и в Северную Африку, в итоге оказывается в интересах террористов, заявил Лавров. Террористическая организация, запрещенная в России. Развитие ситуации в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии».